Благодаря Всероссийской Олимпиаде школьников страна узнает самых умных и одаренных детей. Олимпиада ежегодно проводится по 24 предметам. Участвуют в ней более 6 миллионов человек. Состоит она из нескольких этапов – школьный, муниципальный, региональный и заключительный – всероссийский. Начальный школьный этап Олимпиады завершился 23 октября. В Березняках в нем приняло участие более 8 тысяч школьников. Теперь же стартовал муниципальный этап. Он продлится до 16 декабря. Раньше муниципальный этап школьники проводили в одной школе. Сейчас в условиях пандемии ребята останутся в своих во избежание большого скопления детей. Победители школьного этапа – это лучшие из лучших ребят, которые проявили максимальные свои знания в том или ином предмете. Они получили возможность участвовать уже в муниципальном этапе. Все те ребята, которые покажут максимальный результат знаний в той или иной олимпиаде по предмету, они имеют возможность участвовать в региональном этапе. Успешное участие и попадание в призеры Всероссийской олимпиады школьников гарантируют учащимся в выпускных классов поступления в любой университет по профильному направлению без вступительных испытаний. Кроме того, победители и призеры заключительного этапа Олимпиады из 8-11 классов участвуют в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.